Сегодня в программе о самом главном. Тридемия. Кто может заразиться сразу тремя вирусными инфекциями? Чем это может быть опасно для легких и мозга? И насколько эффективна прививка от гриппа при тридемии? Самое любимое ваше слово за последний месяц – микоплазма. Это говорит о том, что уже можно испугаться. Обязательно сядет и ковид, если он принес грипп. Как лекарства от гипертонии могут ухудшить качество сна? И у кого сыр может спровоцировать развитие головной боли? Вопросы от доктора. Александр Мясников спрашивает, вы отвечаете. А вот ошибешься, у тебя будет всего один ключ, придется приседать. Здоровье груди. Отвечаем на важные вопросы. Кому стоит удалять кисту, а кому нет? Насколько важно проводить самообследование груди? И кому нужно делать УЗИ, а кому маммографию? Самый информативный на сегодняшний метод исследования. 999 случаев непонятно чего. Что-то похожее на рак, но в итоге это не рак. Далее в программе. Боль в суставах. Как спасти от разрушения свои колени, бедра, руки. Чем лечиться?